Виктория Лопырева уже совсем скоро познакомится с первенцем, которого сейчас вынашивает. В преддверии родов модель испытывает некоторый стресс и волнение. Свои переживания она заедает вкусными блюдами, которые в большом количестве представлены в ресторанах Майами. Модель признается, что не соблюдает никакой диеты во время беременности, так как совершенно не боится сильно располнить. Виктория унаследовала от родителей способность, о которой мечтают миллионы девушек, есть и не толстеть. За время ожидания ребенка Лопырева набрала совсем немного лишнего веса, при этом малыш развивается согласно всем нормам. Из-за постоянного стресса или генетики ем что хочу и не поправляюсь особо. Набрала немного, но вес ребенка в норме, поделилась Виктория. Кстати, недавно Лопырева рассказала, что уехала рожать за границу из-за плохих погодных условий в родной стране. Модель совсем не любит холод и зиму, поэтому заранее улетела в солнечную Флориду, где уже выбрала клинику для родов. Там же, кстати, рожала в конце осени Нюша. Она тоже хотела, чтобы малыш появился на свет в теплом климате. Накануне она уже вернулась в Россию и официально вышла из декретного отпуска. Теперь она будет совмещать материнство с работой.